Общественное телевидение, появление общественного телевидения для меня вообще парадокс, что сейчас появилось общественное телевидение. Общественное телевидение появилось, когда появился YouTube, и все начали рассказывать, о чем хотят. Полиция, там, представители милиции начали рассказывать, как их там прессуют. Другие ребята начали рассказывать, что у них в жизни происходит. И уже с 2006 года, когда у нас это все начало активно развиваться, вся эта интернет-индустрия социальных сетей, YouTube'ов и так далее, люди имеют спокойный доступ к тому, чтобы рассказать свою информацию. И мне кажется, это сейчас парадокс раздувать из того, что появился еще один канал, позиционирующий себя как канал, транслирующий гражданскую позицию. Ну давайте тогда назовем там появление Эхо ФМ в свое время, там, первым общественным радио. Я думаю, что с моментом, опять же, когда у нас появилась возможность каждому человеку рассказать всему миру свою точку зрения, и если его точка зрения интересна, любой человек в мире может ее послушать. И поэтому раздувать из этого сейчас что-то такое большое, мне кажется, просто это еще один пиар для того, чтобы получить больше подписчиков на канал, потому что мы знаем, что любое профессиональное телевидение живет за счет своих рейтингов. А заявить, что мы что-то открыли, это всегда добавляет рейтинга к каналу.